В американском городе Сент-Луис сейчас проходит супертурнир по шахматам, где встречаются одни из сильнейших гроссмейстеров мира, среди которых, конечно же, и действующий чемпион Магнус Карлсен. Турнир проходит по классическим шахматам. Посмотрим результаты сыгранных поединков за последние несколько дней и узнаем расписание и турнирную таблицу. Начался супертурнир Кубок Синфилда еще 2 августа. В четвертом туре норвежец Магнус Карлсен белыми проиграл французскому шахматисту Максиму Вашье-Лаграф. И еще одна победа была в этот день. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами одолел американца Накамуру. В остальных результатах Каруана против Корякина, Аронян, Ананд, Свидлер, Уэсли Со были ничейные результаты. Поздним вечером 6 августа завершился 5-й тур, в котором Вашье-Лаграф играет в ничью с армянским гроссмейстером Левоном Ароняном. Виши Ананд из Индии взял верх над американцем Фабиано Каруана. Еще один представитель США Уэсли Со терпит поражение от Магнуса Карлсена. Россияне Сергей Корякин и Ян Непомнящий сыграли в ничью. Также на ничью согласились и американец Накамура, и Петр Свидлер. В турнире таблицы француз Вашье-Лаграф лидер, у него после 5 туров 3,5 очка. Второе и третье место делят Карлсен из Норвегии и Ананд из Индии, у которых по 3 очка. Каруана, Корякин и Аронян набрали по 2,5 пункта и у 4 гроссмейстеров по 2 очка. Это Со, Непомнящий, Накамура и Свидлер. Напомню, что призовой фонд этого турнира $300 000. В следующем 6-м туре между собой сыграют Каруана Вашье-Лаграф, Карлсен против Накамуры, Корякин Ананд, Аронян Со и Непомнящий Свидлер. Турнир завершается 12 августа в субботу. Рекомендую также и другие свежие новости из мира спорта. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.